Передвижной УИК приехал в один из дворов на улице Крейсерной. Местные жители удобство такой идеи сразу оценили. На моем избирательном опыте это было впервые. Очень удобно, очень понравилось. Ходить далеко не нужно, в школу тоже очень далеко идти. Я считаю, что это очень удобно для людей, особенно пожилого возраста. В будущем нужно повторять этот опыт. Два стола, избирательная урна и обычный автобус превращаются в пункт для голосования. Здесь соблюдены все меры безопасности. Голосующим вручают антисептик, одноразовую маску и авторучку. Такие автобусы приезжают к жителям, чьи избирательные участки находятся далеко от дома. Чтобы людям было удобнее проголосовать, не ходить. У нас участок очень протяженный, и поэтому некоторым очень тяжело туда дойти. Кто-то с работы не успевает прийти. Мы стоим здесь с 14:30 до 20:00 будем стоять. Мобильные избирательные участки работали в разных районах города до итогового дня выборов. К примеру, в Советском районе курсировало 6 таких спецавтобусов. Лариса Шлафас, Николай Епифанов. События.